Руководители архивных служб России и Китая провели в Хабаровске официальные переговоры. Одной из тем стала история установления дипломатических отношений между двумя странами. У специалистов возникают споры по поводу точной даты этого события. Репортаж Антона Примачева. Российские и китайские историки готовятся выпустить общий сборник о развитии культурных связей в период с 1949 года по 1960. Эта книга об истории сама станет историей. Мы знаем инициативу председателя Китайской Народной Республики о возрождении в широком смысле шелкового пути, имея в виду тему расширения экономического, культурного, научного сотрудничества между Востоком и, значит, Западом. Первые совещания по поводу издания этого сборника уже проходили. Год назад в китайских городах Суджоу и Шэньчжэнь в Хабаровске обсуждают уже детали. Например, кто будет писать вступительные слова в книге, уточняются имена ученых, которые стоит назвать в издании, корректируется содержание. Теперь мы можем в ближайшее же время приступить к очень важному этапу, а именно проблеме передачи текста документов. И, конечно, вот здесь нужно будет совместно решить, как мы будем передавать тексты резолюции и помет, которые в некоторых случаях содержатся на некоторых документах. Есть и спорные моменты. Российская сторона считает, что установление первых дипломатических контактов между двумя государствами произошло ровно 400 лет назад. В 1618 году Иван Петлин по указу царя Михаила Федоровича посетил Поднебесную и получил от императора Минджу Идзюня грамоту с пожеланиями установить между двумя государствами дипломатические отношения. Понимаете, в китайских архивах никаких упоминаний о грамоте нет. Есть факт, что Иван Петлин приезжал в Поднебесную, а вот что удалось установить связи, фактов нет. Значит, мы не можем утверждать, что нашим отношениям уже 400 лет. Российские историки в подтверждение тех событий имеют только запись в посольской книге. Есть предположение, что грамота императора в связи с долгой дорогой была утеряна. Работа, которую проводят сегодня историки двух стран, позволяет не только восполнить пробелы, но и прийти к общему пониманию событий, зафиксированных в документах. А это уже шаг для укрепления отношений на будущее. Антон Примачев, Константин Пестерев для программы «Новости».